покушения последних дней, которые пережил Илья Лавров, стали неплохой рекламной кампанией для его сети салонов. По нашим данным, в управлении компании перестановки уволилась директор по маркетингу Маргарита Еворская, а заместитель директора Борис Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве. У нас два покушения, и Борис со своими фианитами, и все это не бьется. Согласен. Но если все возникает в один момент, значит, связь есть? Ни разу. Итак, что мы имеем? Первое. Какой-то левша частично отключил видеокамеру в ресторане. Второе. Был взрыв, потом выстрел. Убийца Роман Мельников. Но он не левша. Может, амбидекстер? Кто? Ну, владеет обеими руками одинаково, надо проверить. Третье. В магазинах Ильи торгуют вместо бриллиантов фианитами. Делает это Борис. Борису же надо где-то продавать украденные бриллианты. Это же не просто камни. Это готовые изделия, кольца, браслеты. Точно. А у Бориса таких магазинов нет. Значит, надо узнать, у кого на реализации такие же коллекции. А узнать это можно? У поставщика. Когда с вами разговариваешь, все так просто, а когда сам по себе, вообще непонятно ничего. Антон, человек вообще существо социальное. Решать проблемы сообща – это нормально. Да и запрашивать не надо, я и так знаю. Абсолютно такую же коллекцию помолвочных колец продает Терентьев. Я с поставщиком из-за этого страшно конфликтовал. Хотел к концу года поменять ассортимент. Но Борис тормозил. Привет. Привет. Меня твоя мама открыла. А ты почему не предупредила, что тебя выписывают? Я бы приехал за тобой. Да, я взяла такси. Представляешь, покушение дело рук Терентьева. Не думаю, если честно. Почему? Бизнесмены люди системные, особенно успешные. Дважды он бы не прокололся. Да брось. В первый раз просто повезло, второй раз рядом была ты. Илья, я как раз пришла сказать, что я больше не смогу тебя охранять. Почему? Я очень ошиблась в гостинице. Не понимаю. Я туда пришла не как телохранитель, а как вообще непонятно кто. Либо я выполняю свою работу так, как это должно быть, либо сижу дома, а там... Объекты не изучила, маршрут движения не обсудила. Это вообще бред. Из-за этого меня и ранили. Я тебя уволил, а ты меня спасла. Илья, то, что тебя там не убили, это случайность. А то, что я там оказалась, это моя ошибка. Это в прошлом. Поправляйся и возвращайся к работе. Нет. Почему? Илья, то, что я там оказалась... Потому что мне... Ну, что? Потому что ты... Ну? Я переживаю за тебя. Отлично же. Я за работу должна переживать, а не за тебя. Когда был взрыв в ресторане, даже не так, когда я в первый раз держал письмо с угрозами, я сказал себе, это все ерунда, которая закончится. Так же, как после убытка, обязательно будет прибыль. А в отеле меня накрыло. Я впервые увидел реальную кровь и понял, что это по-настоящему со мной и с тобой. Илья, все боятся. Нас бы не нанимали, если бы не боялись. Я тоже боюсь, я же человек. Но у меня пропадает страх, когда ты рядом. Пожалуйста, не бросай меня. Хорошо. Спасибо.
не стоило этого делать. Смотрите, как все складывается. Бриллиантовая карта в салоне Терентьева. Квитанции. Договор на рассрочку. И что? Вы задолжали магазинам Терентьева около 5 миллионов рублей. Зачем вам понадобилось покупать у него украшения на такую сумму? Это мое дело. Вы поймите, тут же видно все невооруженным глазом. Вы залезли в долги перед Терентьевым. Он попросил вас провернуть одну аферу. И сейчас вам надо во всем признаться. Тут же простая арифметика. Кто первый сдаст остальных, тот выиграет. А остальные проиграют. Привет. А я подумал, у нас все. Я же обещала приступить к работе. То, что произошло между нами вчера... Все забыли. Несколько резко, но ты права. Мне нужен телохранитель, а не девушка. Девушек мне хватает, сама знаешь. Рада, что мы все прояснили. Тогда вперед. Не хочу опаздывать. Составит бой. Если Лада не будет, нам конец. Так она только вышла из больнички. Она же 2 недели не восстановится. Ну, я этого не знаю, да? Ее надо как-то присануть. Такое сломают, и все остальные бои накроются. А это уже не наши проблемы. Слушай, а может, как тогда? Тебе что, мозги есть вообще? Сева, что ты его жалеешь? У меня не балетная школа! Оп! Доброе утро, Илья Андреевич. Доброе утро. Лада, я думаю, тебе это будет интересно. Я решила изучить соцсети девушек, Илья Андреевич. Ты что, всех знаешь? Лично нет. Но мужчинам я бы рекомендовала заказывать цветы лично, а не доверять это дело секретарю. Короче, есть кое-что интересное. Это Вероника. Я ее знаю, она вас рекламирует. Да, она наш амбассадор в этом году. И что с ней не так? Видишь это колье? Эксклюзив Терентьева. Пошлая, конечно, коллекция, но дорого. Rolls-Royce ювелирки. 1,5 ляма! Жесть. И это еще не все. Видишь это кольцо? Весь этот сет. Это все терентьевское. Подожди, я отправлю Васильевичу. Как думаешь, сказать Илье Андреевичу? Подождем инфу от Васильевича. Антон, у тебя есть список покупок, из-за которых Борис влез в долги? Конечно, есть. Колье Эстера есть? Угу. Сет колье и серьги Dark Time. Есть. Кольцо Ла... Придумает же. Лалабай. Есть. Эвилар. Poison of Light и Лионелиус. Угу. Ну, все ясно. Борис сделал Веронике дорогие подарки. Терентьев открыл ему кредитную линию, и наш Боря влез в долги. И Терентьев заставил Бориса продавать фианиты, а сам реализовывал бриллианты в двойном объеме. Только есть вопрос.
Он что, дебил, чтобы из-за женщины влезать в такие долги? Как тебе сказать, Антон? Не факт, что ты согласишься, но для Бориса, вообще для нашего поколения, есть вещи, которые тебе непонятны. Например? Например, внимание красивой женщины. 100 лет назад мужики из-за этого жизнь упрощались, не то что с несколькими миллионами. Вообще, женщины имеют над мужчиной колоссальную власть. Нет, не так. У каждого мужчины есть женщина, которая для него и жизнь, и смерть. Ну, вот так себе мотив для мошенничества. Я же говорил, что не согласишься. Да бред! Ни одна женщина не может так манипулировать мужчиной. Остыл, зараза. Антон Белов, следственное управление. Мой коллега Владимир Васильевич Дорохин. Сколько внимания. Я польщена. Мы здесь пока неофициально по поводу долгов Бориса Смирнова и Фионитов, которые обнаружили у Лаврова. Вы же слышали наверняка. Ну, допустим. У вас есть уникальная возможность. Если вы что-то знаете про мошенничество, то лучше расскажите нам сейчас. А в благодарность мы подскажем, как правильнее поступить, чтобы минимизировать наказание. Я не понимаю, о чем вы. Послушай, милая, на время следствия тебя посадят в СИЗО. Будешь ты там чалиться год или полтора. За красоту свою подхватишь ты все болезни, мыслимые и немыслимые. Тело покроется струпьями, на тюремной баланде разнесет тебя 30 кг, и кожа твоя уже не натянется никогда, даже если ты похудеешь на зоне. Адвокат твой будет являться к тебе раз в 2 недели, сочувственно ахать, но помочь уже ничем не сможет. Или рассказывай все, или мы встаем и уходим. Мы можем поговорить одни? Конечно. 3 года назад я встречалась с Терентьевым. У нас были отношения. А потом он предложил мне заработать немыслимые по тем временам деньги. Мне нужно было познакомиться с Борисом и любым способом заставить его купить украшения. Вы, наверное, думаете, что деньги можно заработать любым другим способом? В мужском мире женщина обречена. И время, пока она может выжить благодаря своей красоте, очень короткое. Приходится рисковать. Я знаю много таких историй. Все так. А когда Борис задолжал слишком много и понял, что никогда не сможет погасить долг, Терентьев попросил меня предложить Борису тему с фианитами. Странно, неужели Борис не понимал? Да понимал, конечно. Но уговаривал себя, что ничего не происходит. Мы все так делаем. Тупо. Нет, нет. Только так и можно жить. Потому что если понять весь ужас происходящего вокруг, жить не захочется. Да что за мрак-то такой? Вот здесь. А цветочный магазин здесь где-нибудь есть, не знаете? Вот туда проедешь 300 метров. Все хорошо. Пока. Счастливо. Привет, это тебе. Продолжение будет, но позже. Проходи.
откроешь? Справлюсь как-нибудь. Там что про справу? Фига себе, у тебя инструментик. Были бы у меня две руки, я бы тебя не просила. А я думала, официантов и одной рукой учат открывать. Я умею все с 13 лет голыми руками. Да ладно. Тоже. И 5 лет проторчала в кадетском корпусе. Ты? Реально. У нас там такая школа жизни была, мам, не горюй. На одного линейного дистанция первая рота. Прямо остальные направо. Туда же девчонок вроде не берут. Есть специальные женские. И смешанные есть. И как тебе? Жесть. Чтоб ты понимала, из нормальных там только те, кто с дуру сериалов насмотрелись и пришли. Остальные из неблагополучных семей или трудные? За нас. Пишешь? Или продолжишь? Доброе утро, Галя. Доброе, Илья Андреевич. Закончится большим показом, на котором мы поймем основные фэшн-тренды предстоящего сезона. И завершает сегодняшний выпуск неожиданная новость. Известная модель Вероника Сорокина отказалась от выполнения обязательств по контрактам с парфюмером Славой Котеничем. Причины неизвестны. Дозвониться до Вероники мы не смогли. Говорят, что она покинула страну. Источники утверждают, что это связано со скандалом, который разгорается вокруг ювелирной компании «79-й элемент». В ближайшее время мы свяжемся с руководством компании и постараемся получить ответы непосредственно от Ильи Лаврова. Следите за нашими выпусками. Да. Илья Андреевич, вы новости на Fashion Look видели? Видел. Давай ближе к делу. Мне кажется, Вероника становится для нас токсичной. Да. Надо убрать ее с наружки. И давайте уберем с ней все ролики из эфира. Деньги мы, конечно, не вернем, но все же. Московный офис опечатали. 12 магазинов хотят закрыть. Я знаю, что несколько сотрудников хотят уволиться. Илья Андреевич, звонили из налоговой. Как все предсказуемо, даже скучно. Никогда не хотел спрятаться куда-нибудь, чтобы никто не знал, где ты. Останавливаюсь здесь. Убирай палец с крючка. Кладешь палец. Стреляй. Понял. Второе. Контролируй пистолет. Не вертись. Куда пистолет, туда и ты. Куда ты, туда и пистолет.
Почему ты перестала рисовать? Да я художник посредственный. Дизайнером не хотел быть. А тебе говорил, как наш препод по композиции относился к дизайнерам. Ну, а если бы сейчас сначала, то как? Так же. А ты? Я? Наверное, тоже так же. Угу. Я видел, как ты рубилась на ринге. В чем кайф-то? Да нет никакого кайфа. Просто у меня получается, можно заработать. А тебя вырубали? Типа нокаут? Было пару раз. Нокаутируют обычный удар, которого не видишь. Ну, как понять, не видишь? А вот так. Прилетает, и все. Хлоп. Приходишь в себя уже на полу. Жестко. А почему именно перспективу? Ты запомнила? Не зли меня. Ее сложнее всего передать. Ты этого не замечаешь, но дорога, по которой ты едешь, на самом деле не одинаковая. Где-то вдалеке она сужается в одну единственную точку. В общем, сложно объяснить. По-моему, все понятно. Любая дорога — это движение к одной единственной важной цели. Куда ты поедешь? Утром вставать в 6 и уезжать. Пока доберешься к себе, пока обратно. Вставайся, не спорь. Ну и хорошо. Будильник поставь на 6. Мама раньше 7 не спускается. Алло, да. Не понял, что случилось? Если что, бассейн внизу. Сказал бы, я показал. А я знаю, как у вас тут все работает. Чего ты ржешь?
Сереж! Чего? Тебе больно? Да нет, все прошло давно. У меня вообще болевой порог завышен. А это хорошо или плохо? Для выживаемости плохо, а для боев хорошо. Так один доктор сказал. А шрамы откуда? Да ну, это долгая история. Ну, до 6 у нас гора времени. 4 часа. Как хочешь. Денег не было совсем. Я торчала в зале с утра до вечера. На спортивных соревнованиях за победу давали грамотки, медальки. На них особой еды не купишь. Тренер предложил подзаработать. Выступить на закрытом бое. Я... Да. Раз, другой, я побеждаю. А потом он говорит, что надо слить бой. Я уперлась, но в итоге выиграла. А потом вечером иду домой, а меня трое поджидают. Я-то думала, что их двое, а третий сзади был. В общем, они меня положили. Один достал нож, меня порезал. Сказали, что если я не буду делать то, что мне говорят, то в следующий раз они мне порежут лицо и связки. Больно? Да нет. Я же говорю, у меня порог высокий. А их нашли? Не. Зато с Васильичем познакомилась. Он тогда следаком был. Апельсины в больнице приносил, а потом к себе в контору позвал, когда уволился. Слушай, а ты не голодная? Есть не хочешь? Хочу. А чё молчишь? Вдруг хозяин жадный? Так и есть. Скупердяй еще тот. Запах еды от других прячет. Жесть. Но я знаю, где он прячет ключ от холодильника. Где? Пойдем со мной, покажу. Погнали. Погнали. Я же за руль с утра. Да ерунда. Если что, договорюсь. И ты готов тратить космические бабки за то, чтобы сейчас попить вина? Деньги для того и существуют, чтобы давать свободу. Да ладно. Ну ты же тратишь. Эй, идешь выращивать? Яблоки, например. Идешь покупать, экономишь свое время. Вот какая самая значимая у тебя была покупка? Байк. Но потом продала. Угу. А теперь представь, что ты его собрала сама по винтику.
Тебе в жизни хватило. Да. Поэтому нормально покупать время и возможности за деньги. А почему продала? Выпустили что-то новее? Угу. Сейчас. Деньги маме на операцию понадобились. Кстати, как она? По-моему, она в этом санатории кого-то себе присмотрела. И голос у нее неожиданно веселый. И поговорить больше 5 минут не может. Точно. Какие новости? Не бьется один момент. Какой? С Леонидами все понятно. С тройкой Терентьев, Борис, Вероника мы разобрались. Вероника может слиться, ищи ее. Да шут с ней. Она что есть, что ее нет. Терентьева мы прижмем по документам, а Бориса и так схватили за все нежное. Но дело не в этом. А в чем? Покушение. Роман Мельников. Бармен ресторана «Атмосфера». Он был там во время взрыва. Он же стрелял в Илью в гостинице. Но! Что? С тройкой Терентьев, Борис, Вероника его связывают только плакат и надпись «Твоя В». А этого мало. Нужна любовная связь, денежные переводы или личная неприязнь. Или получение еще какой-нибудь выгоды. А этого всего нет. К тому же мы знаем, что Роман Мельников ни разу не левша. За едой какой-нибудь схожу. Давай. А я пока Илье позвоню. Расскажу новости про Бориса. Едем, мне с нами нужно поговорить. Склеп! Илья! Ты... Борис, я узнал с детства, я ему доверял. Я его терпел, хотя он тормоз, каких мало, а он меня заказал! Теперь ты его решил убить, что ли? Помнишь, ты говорил, что на кого тирать тот удар, который не видишь? Тварь! Тварь! Я могу понять, что он воровал у меня. Нечто может толкнуть и не такую мерзость. Я могу понять, что он снюхался с Терентью. Я даже Веронику могу понять, и всегда всего мало. Убийство, убить меня, как? Он свой, он часть семьи, как? Я хочу просто посмотреть в глаза. Может, успокоишься? Илья, я не думаю, что он связан с покушениями, это раз. И я не думаю, что ты в безопасности, это два. Почему? Интуиция? Или ты что-то знаешь и не говоришь, а? Интуиция. Все как-то неправильно с этим покушением. Понимаешь, нелогично. В смысле? Сначала взрыв, потом выстрел. А вышел наоборот. 2 года он меня водил за нос. 2 года! Сядьте! Мы же всей семьей всегда были с тобой. Все делали для тебя. Оплачивали путевки, двигали по работе. Я лично держал тебя на этом месте. Хотя ты даже половину обязанностей не выполнял. Ответь, почему? Чем ты нам обладил, а? Маленький капризный Илюша обиделся. Его царапнула купленная игрушка, за которую он заплатил денежки, и наш мальчик обиделся. Ты не поймешь никогда, почему. Отец относился к тебе как к другу.
Как другу? Андрей боялся меня как огня. Потому что я один знал, какой он на самом деле. Что? Он так же, как и ты, жарил все. Налево и направо, без разбора. И пока твоя мать прикидывалась дурой и закрывала на все глаза, он не пропускал мимо ни одной юбки. Заткнись, я сказал! Что здесь происходит? Последние 20 лет он каждый месяц отправлял кругленькую сумму одной из своих шлюх, чтобы ее, а точнее его отпрыск, не подал на наследство. Это вранье. Спроси у него. Это правда? Если Андрей что-то делал для меня, то только потому, что я держал его за горло. Крепко держал. Дошло теперь, Илюшенька. Слышь, постой-ка минутку. Стой, стой, стой. Так. Ребят, что-то вы не то задумали, нет? Это ты что-то не то задумал. Мы тебе привет пришли передать. Да? Кого? У нас друзья есть в Америке. Они считают, что ты мутный какой-то. Да нет, ребят, я нормально. Чего я стою с вами, разговариваю? На асфальт ложись. Да нафига, ребят? Ложись, я сказал. Пузом вниз, давай. Мордой в бордюр. На, зубами зажми. Может, договоримся? Не договоримся. Ложись. Руки вытяни. Я узнала об этом после смерти Андрея. Когда перебирала квитанции. Прошло месяца два, прежде чем я поняла, что эта женщина и ее ребенок остались без средств. Ты действительно 20 лет ничего не замечала? Ты прав. Я просто боялась этого увидеть. И кто это? Брат, сестра? Скорее всего, брат. Скорее всего? Есть телеграмма, где Ива и Лариса просят помочь с кадетским корпусом. Не вся телеграмма, клочок. Кадетское училище берут с 10 лет, значит, ему сейчас 22-23. Вот что. Больше никакой охраны, никаких расследований, ничего. Илья, ну мы ничего не выяснили. Ни про покушение, ни про Бориса, ни про брата. А может быть, он нуждается? Мама, все, больше ничего нет. Покушений больше никаких не будет, так как Борис арестован. А как себя чувствует мой брат, меня абсолютно не интересует. Если бы мне было 20 лет, я бы попросил тебя, мама, и его, чтобы вы перестали врать. Но я взрослее. И я не верю, что люди меняются. На этом все. Илья! Все успокоится. Утром Лада приедет. Пусть Илья дождется. Вот почему правда обрушивается на нас такой дьявольской силой. Всегда не вовремя. Софья Дмитриевна, неужели вы не понимаете, что обрушивается она только тогда, когда ее прячут годами? Лада. Я с Ильей всего несколько дней. Я вообще не понимаю, как он все это выдерживает. На работе нет ни одного нормального человека. Все скрещивают пальчики, разговаривают с улыбочками. Дома с ним обращаются, как с тяжелобольным, которому ничего нельзя сказать. Как так-то? Лада, прекрати. Мало, не надо. Как вы сами это все удерживаете? Все так. Не
нет смысла оправдываться. Мы создали мир, в котором любовь на 10-м месте. А правда без любви не может существовать. Правду можно сказать только тому, кого любишь или кого ненавидишь. Правда без любви – это яд, она убивает. Поэтому никто, никому никогда не говорит правду. До свидания. До завтра. Ладно. Серега, брат, прощай! Полегче, не торопи события, а то до финала не дотянешь. А там ведь самое интересное, да? Привет! Меня зовут очень сказочным именем Алиса. Я тебя не слышу. Я танцевать хочу, очень. Танцевать? Пойдем. Так, осторожней. Сюда. Только после вас.